я не удивлен на самом деле спором о эстетических идеалах, да, то есть они всегда ожесточенные, а в Екатеринбурге, Свердловске, есть такое, знаете, еще редкое свойство, когда люди не принадлежат какой-то идеологически сплоченной группе, да, разделяющей друг друга идеалы, то надо спорить до хрипоты, да, знаете, как это очень сложно договариваться, знаете, специфически, с одной стороны, уральская черта, во-первых. Во-вторых, современное искусство, безусловно, в определенной среде, и это художественная среда прежде всего, то есть есть такой слой искусствоведов и художников, которые категорически не приемлют контемпорариат. То есть этот спор имеет и социологическую, и публицистическую, и ментальную, если угодно, черту. Единственное, что мне, конечно, бы хотелось, чтобы люди в таких спорах все-таки научились не только высказывать себя, но учились и слышать других.